готов. Начинаем. Лазурный дракон будет лучше, чем и защитница, и командирский крик, потому что... Ну, потому что хорошая карта. Да, защитница не ясна. Опять наберем мы вепонов, не наберем. Защитник света просто по характеристикам лучше, чем две другие карты. Герой Штормграда или Каркроновский воин? Кстати, интересный близкий выбор. Мне кажется, Каркроновский воин даже немного посильнее будет. Потому что воин стандартно не очень хорош в занимании стола, да, сильно. Давайте мы оценим. Значит. Воин. Каркрон элит 72. Штормин чемпион. Штормин чемпион 72. Да, я все равно предпочитаю больше Каркрона. Ну, конечно, Cursed Blade. Cursed Blade придется взять. Хотя мне что-то с опаской все больше и больше к нему подхожу. Ну, ладно. Блок щитом, ура, что я взял его после Cursed Blade. Deathbite замечательная карта. С превеликим удовольствием возьму. Жонглер пламенем также хорошая очень карта. Яростная макака получше будет, чем Сенжина, потому что, да... Разница в единицу маны и всего в единицу здоровья. Конечно же, я возьму его. Еще один Каркрон, еще один Каркрон. Далее. Нет, два Cursed Blade, это, по-моему, Два Cursed Blade вообще страшно. Древняя тень под Cursed Blade. О, да хрен с тобой, давай древнюю тень возьмем. Я такие сейчас вообще страшные штуки со мной могут случаться. Я прям вижу это. Ну, я, наверное, возьму казнь одну, хоть и как-то... Да, казнь одна все же нормальная. Экзекут 68, да, каркрон повыше, но нет, одну казнь стоит взять, коли у меня уже все же много каркронов. Собиратель сокровищ поинтереснее будет, чем обе другие карты. Возьмем Акалит более под Десбайт, хорошо. Значит, корабельная пушка или вожак лютых волков. Или вообще ледяной элементарь. Но мне хочется, с одной стороны, конечно, взять какие-то двойки. Но вообще ледяной элементарь... Поинтереснее будет всего. Давайте вообще все карты эти оценим. К двойкам будет плюс 5. Значит, собака 58. Шипкэнон, которая должна быть, наверное... Зеленая 54. Да. И Frost Element. Так, Frost Warlord. Frost Element. Так. 68. Ну, да, я, наверное, возьму его все же. Давай возьмем. Зарабатывай. Ну, конечно, Берсек. Улучшение, конечно, хорошая карта, но Берсек вообще тоже. Так. Анубисат либо Гризли. Наверное, Гризли. Учитывая, что у меня Cursed Blade все же есть. Ну, Анубисат 50. Да? 50. Гризли. Красные плохо для класса. Зеленые хорошо для класса. Увеличены в цене. Такое. У меня много троек и очень... И очень проблема с пятерками. Да, всего одна. Ну, хорошо, давай Анубисата возьмем. Конечно, Крошер. Морозный Сноуболь просто 2.6. Ну да, 2.6 лучше, чем 2.5. По крайней мере. Сплодэмэдж мне не важен. Ну, вообще, может быть, это обилка полезнее, но что-то как-то не знаю. Давайте сравним. Значит, Акс Флингер 40. Сноубольд 48. И последняя карта у нас Мукла. Мукла. Мукла тоже 40. Мукла я по-любому брать не буду. Да, наверное, все же дополнительная единица мне сыграет роль.
Боец из Ргимара? Да такое. Блин, ну жесть. Два пика, конечно, не очень хорошие были. Ну тоже такие. Может быть, озерную идею. Не знаю. Maiden of the Lake. 42. Аргримар, аспирант 44. Ну давай возьмем аспиранта. Одинаковые карты. Так, мощный удар щитом может, в принципе, сыграть. Но мне кажется, Великий Рыцарь солиднее. Да, я возьму его. Значит, еще одна яростная макака. Тройка у меня многовато, что-то. Еще одна тройка. Ладно, черт с тобой. Вихрь, служитель земли. Служитель земли, наверное, мне будет интереснее. Тройка миллиард. Трясиный ползун. Ладно. Возьмем еще один дезбайт легко. Значит, еще один дезбайт легко. Брюмастеры, двойка которых мне так не хватает. Вывы голем лучше, чем гончий недрь. Малый плавник, ну, совсем не серьезно. Боевая ярость дровать или безумный ученый просто как двойка? Наверное, я возьму даже безумного ученого. У меня есть раз, два дроу. Три дроу. Три дроу. Что-то еще у меня есть дроу. Четыре дроу, пять дроу. Мне хватает. Я возьму безумного ученого, просто 2-2. Значит, разъяренный берсек еще один давно. Еще один, окей. Ну, что сказать по колоде. Очень мало у меня старта. Это, конечно, мега печально. Но, в принципе, у меня довольно плотные тройки. Я надеюсь на тройках выезжать и на десбайтах. Курс от Блейд страшный. Много добора. Да, десбайты должны решать. Жалко нет, конечно, 7-7 моего самого любимого. Который по 1-1 спавнит. Ну, ладно. Не думаю, что я сделаю 12 этой колоды. Но и на провал не... Не готов к провалу, скажем так. Хотя да. Очень мало карт в старте, это плохо. Всего 5. Вперед.